Да, сегодня у нас новости, точнее, я расскажу вам о будущем канала, о том, что произойдет дальше с пересадочной станцией. И знаете, я почему-то решил записать этот ролик в преддверии своего дня рождения. Завтра, да, мне завтра 35 лет. 35 лет! Как быстро летит время, но здесь не будет никаких выводов, подведения итогов и так далее. Я думаю, еще слишком рано, я думаю, еще все впереди для каких-либо выводов. По крайней мере, я на это надеюсь. Но да, новости действительно важные, изменения действительно большие. Я решил переделать всю структуру канала полностью. Знаете, несколько лет назад, когда я только создавал этот канал, когда я создавал пересадочную станцию, я фантазировал, что да, это волшебная такая станция, где люди могут расслабиться и в течение недели отправиться в разные миры. Во вторник такая-то книга, такой мир. В субботу такая-то книга. В четверг может быть ролик, может быть рассказ, следующий мир. И каждый раз в разные миры можно отправляться, расслабляться от всего, что происходит вокруг. Но путешественникам это не понравилось, судя по комментариям. И многие пишут, и давно достаточно пишут, то, что серии слишком короткие, не запоминаешь то, что было в предыдущей серии. В итоге каша в голове, потому что слушаешь кусочек оттуда, кусочек оттуда, и получается, что... В общем, хотел я сделать как лучше, но получилось, как всегда, не шмогла. Поэтому пришло время глобально изменить канал, перестроить его. И думаю, вам это понравится. Потому что, во-первых, на канале больше не будет коротких серий. Больше не будет 40-минутных путешествий. Будут только большие части, от 3 часов и больше. Может быть, ролики начнут выходить реже, но все же каждый ролик будет от 3 часов и более, ну не считая рассказов, потому что основные книги будут перемешиваться с рассказами. Далее, второе главное изменение. Я не буду сразу озвучивать несколько книг. Если мы берем какой-то цикл, начинаем книгу, то озвучиваем ее полностью, полностью весь цикл. Например, сейчас мы начали кодекс, и значит, я сейчас буду подряд озвучивать все 6 книг. Без каких-либо сборов, без ничего, пока полностью мы пройдем этот цикл, то есть к следующему я не приступлю. И третье главное изменение... Как вы уже знаете, пересадочная станция растет. Пересадочная станция — это уже не только я. Это уже большая команда, редакторы, администраторы и чтецы. Поэтому на этом канале, как вы уже заметили, будут и другие голоса, и другие книги. И благодаря этому, собственно, я думаю, все получится. Получится сохранять и частоту выхода роликов, и... При этом ролики все будут большие. То есть один выпуск как раз вам на рабочий день или на большой вечер, чтобы послушать большой кусок пры. И уже в следующей серии еще один большой 3, 4, 5, 6 часовой выпуск, я пока не знаю. И начнем мы это уже, ну, собственно, завтра день рождения, завтра и начнем.
Единственным исключением, пожалуй, будет, например, такая серия, как «Почти как в кино», потому что книга еще пишется, и как выходит глава, я буду озвучивать, поэтому там серии могут быть маленькими. Со всеми новыми книгами будут только большие серии, которые будут перемешиваться с отдельными рассказами законченными. Собственно, вот такие новости. Пересадочная станция уходит, приходит пересадочная станция 2.0. Надеюсь, вам понравится, и до встречи в следующих мирах.